Там было такое хачапури по-аджарски вкусное. Боже. Скверно? Скверно. Это была песня. Вот почему скверно так работает, странно? Типа за мейном и на мостике это вообще диагональ. У нас неведомое, что ли? По-моему, это ведьма, 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 ведьма. Ведьма. Жрём, жрём. Нет, ну мы можем её и сожрать, если найдём, конечно. Я надеюсь, она не будет её так рьяно охранять. Как её коллега. Конечно, из всех гелов она пришла именно к моему, да? А, ещё и Франция взяла, вот. Нет, она была на нашем гене. Еще и Франция взяла. Добрая и милая женщина. Просто народе просто ведьм. Я по-другому назвал просто народе. Она, ну, она жри, жри. Добрая, добрая. Ай! Успею! Конечно, нет. А у нее какой-то прикол с трапами? Нет. Да, у нее бесшумные, скорее всего, трапы, это раз. Если я ж наступил, я ж услышал. Тогда с террором какие-то приколы. А, когда ты спашь на трапу, короче, террор перекидывается на трапу, кажется. Вроде такое есть. Не совсем на трапу. Террор был у нас вообще. Да, у нее бесшумные трапы. А, бесшумные? Да, да, да. А. Просто так показалось мне, что... Прощай, мой фонарик. Прощай, мой друг. С какой стороны трапа? А, я не смотрел. Слышишь? Да, и? Везде как будто ее слышно. Но трап самих даже не видно. Террор, в смысле, слышишь? Нет. Звук использования трапа ты не слышал? А, слышал, но... Не факт же, что это значит, что... Они бесшумные. Ну, очень на это похоже вообще. Почему он вступить на трапу? Есть вероятность, что... Уже поздно, я стер. Есть вероятность, что она сюда... Блядь! Есть. Мать испугала. Просто пердечный сриступ вообще. Трапа не бесшумная, да? Не бесшумная, да. Трапа на то, чтобы у тебя вообще инфаркт случался просто. Ой, это да, для каждый раз. Так напугало вообще. Я прям в моменте вижу. В моменте вижу, как она сзади тэпается. Лёнь, спаси его, пожалуйста. Очень надо. Обходит? Не обходит. Думает. А, вижу. Лёня! Ну спаси, ёлки-палки. Бросает. Не бросает. Не бросает, бросает. Не бросает. Я слышу. Но ничего не делает.
этой информацией, да? Да. Я что для тебя, шутка какая-то? Вау, угловоген. Ну все. Тот самый. Вот именно здесь трапа была, да? По-твоему? По-твоему, это нормально, да? А где ты эту трапу нарисовала? Где же нарисовала? Знаю, где-то тут ее нарисовала. Ага, вот тут ее нарисовал ты, ага. Ты сказала, что уже продано? Не я. Я не продавала. Ничего тебе не могу сказать по этому поводу. Начал понять тактику, ну ладно. Я чиню мейн. А я успела. А я успела, молодец. Я поняла, мне тебя снимать. Ой, один ген остался, ничего себе. Да, да. Сзади меня ген, это что? Снимать мне, я поняла. Точнее, прям передо мной ген. А тут мейн, рядом с мейном, и там, где ты висишь. Well, hello! Я вообще снимать бегу. Какая внезапная трапа вообще. Маньяк мейн чинит. А, она сюда бежит! Так, ну это размен. А за мной бежит. Как назло не взял это. Адрик. Бежи. Оу! Здравствуй. А! Лачи, в центре лачи, не где-то в жопе, а в центре лачи, не под окном, не под окном, не под палеткой потенциально, не где-то там, в центре лачи, блин. Чё ты делаешь? Я спрыгну. Да? Да. А он сейчас пошли. Я отвлекаю. Нет, я не отвлекаю. А почему? Знаете, интересно. Почему? Почему? Почему не работают на заказке? Блять! Каждый, сука, раз. Каждый раз. Отвлекла? Да, да, да. Ну, а там трапу поставила сушка, конечно, блин. Там мне главное ворваться и косила спинки пройти. А что ворваться-то, ее тут нет? И она не трапила даже. Ну все, побежали. Бежим, бежим. Ну, да, все. Конечно, лучше не выйти было, но ладно. Лёня. А ему вообще все равно. Лёня, который просто в воротах тусит. Лёня, который тупо в воротах тусит вообще. Я полезный. Я ворота открыл. Ну слушай, у нее не было пожиралки, получается. Угу. Что у нее было? Нетерпимость была. Скверно. Скверно. Ладно. И. Чё? Муни, блин! Чуть телефон не уронил. Что делаешь? Зачем ты вообще отсюда прыгнул? Бэбфейл, точно, бэбфейл. Ай, шанки, точно. СБФЛ чувствовался, я прям думал, типа, похоже на СБФЛ. Не был уверен. Франк, чем он точно. Я, у которой Франклин в последний момент сработал, такая, чё у неё было ещё?